Всем привет, у нас на обзоре. Обед же скоро. Ристория Шеф, торговая марка новинка. Паста карбонара с беконом в сливочном соусе. Бережное томление. 450 килокалорий в одной порции. 250 грамм масса нетто. 2 минуты разогреть в микроволновке, убирая в сторону. Также свекла в майонезном маринаде. Майонез считается не очень полезно, но тем не менее, что есть, то есть. 51 рубль. Салат, не салат, а Ристория Шеф паста карбонара показывал ранее 99 рублей. И также с кофе у нас штрудель с начинкой клубника 29 рублей по акции. Приступаю к готовке. Вроде бы сказал готовка. Господи, что я приготовил, только разогрел в микроволновке. И все. То, что я сейчас разогрел в микроволновке. Пробую. Если я подвину себе поближе, так я ничего не уроню на камеру. Неприятно будет. Ну что я могу сказать? Есть можно. Бекон здесь обещали, но, видите, его намеки присутствуют. Брать можно, но эти макароны как будто в сливочном чем-то на любителя. Хотя, в принципе, нормально. Салатик я уже как-то покупал, не знаю, отмечал, не отмечал. Достойный, свекольный, в майонезе. Штрудель разогрел в микроволновке. Секунд 20. На вкус мягонький, тепленький. Он откусил сколько. Появилась клубничная начинка. Не знаю, начинка ли это. Черная дыра. Мало клубники. Ну а что я хочу? Всем приятного аппетита.